Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 и Ракман, Роман. Сегодня, значит, тестим... Всем привет. Всем привет, да, Рома. Сегодня тестим в мультике, ребята, ДТшки 75, которые я собрал с Ромой. Вот. И чё, Рома, какие цветом брать? Так, у нас... А у нас тут три машины или сколько? Ну, три, желтый, синий, красный. Как надо... раз, да. Все берем тогда. А там выберем. На широкой реке-то там два. А, два? Да. Так, а они отличаются чем-то? Цветом. Ну, давай тогда желтый и синий, что ли. Давай. Ой, как-то это... Флаг Украины. Да-да-да. Ну, я не специально, я случайно. Ну, ничего страшного. Украинцы тоже русские, так что все нормально. Да, да. Так, а я не поставил друзьями. А, ну, в принципе. Все, ребята, ага, да, сейчас подожди, придется переставиться. Нам на поедем, ребята, по широкой реке. Значит. А, во, я смотрю, что три места-то. Так, а давай. Я поставлю только для друзей. А то кто-нибудь прилипнет. Угу. Давай покинем комнату. Сейчас создать только для друзей. Комнату создаем. Широкая река. Рома тут. Да, берем синий-желтый. Тебя позвать надо? Не-не-не, я сам прилип. Ты уже позвался? Ага. Вот, значит, поедем на ДТшке, на доработочке с водителем. Будет еще доработочка без водителя. Короче, ребята, все, давайте, поехали, времени не будем тянуть. Все, погнали. Погнали, погнали. А ты же его вообще еще в мультике не тестил, да? Нет, еще вообще не тестил, не с кем было. А, ну все, вот как все, все заняты, вот так вот скажу. Вот, ребята, короче, все. Рома в тракторе уже. Жалко, что водилу не видно твоего. Так, ну что, я ставлю кабину. Защиту кабины ставить не буду. Ставлю, конечно же, значок. Потому что тут работает, ребята, синхронизация света. Так. Ставлю противовес. Ставлю, конечно же. А вообще, Рома, знаешь что? Наверное, попробуй поставь сначала вот эти все кабины, все эти значки, кривые. Алло, алло. Я тут. Попробуй какое-то все поставь. Ну, а, вот это же сверху ставится защита. Нет, защиту не надо, защита нормально. Там, говорят, люди в мультиплеере вроде трактор катали. Значок поставь, там знак. Знак. Потом канистра. Знак нормально горит. А канистру дверь открой левую. А, я снял. А можешь без кабины, да, поставить канистру. Есть. Все, канистрочка нормуль стоит. Ребята, отображается нормально. Без косикора, по-моему, да? Ну и по прицепам можно там пробежаться, попробовать их поставить. Сразу посмотрим. По трактору, я думаю, там замечаний нету. Там дефолтные все эти прицепы должны нормально вставать, да? Так, ПКУшку поставь. Так, сейчас это у нас что такое? Engine cover. Это его, о, этот, да, кривой. Стартер нормально. Нет. Кого нет? А, вот, защита какая-то. А, да. Это щечки, наверное, там. Да. Так, это нормально. Ну-ка, синхрон. Блин, ты не можешь отъехать вперед маленько? Я хочу синхрон посмотреть, там все. Да, синхрон работает. Давай следующий прицеп. Так, сейчас. А, вот, это противовес вот это, да? Да. Ну, это все его родное. О, сколько прицепов. Так, окей. Так, этот снимаем. Да, этот снимай. Это двухочковый. Так, вот, ПКУшка. А можешь ей там по шурумбуру? Да. Там вверх. Сейчас мы пошеволькаем. Троечки всякие. Туда-сюда. О, все, нормуль. Это ты шестеркой там или какой-то? Да. О, кривой у тебя болтается там, слушай. Прикольно. Все.
Ну все, нормально, короче. Давай по прицепам дальше. Пушка работает. Да, я попробую еще сам. Ты потом наиграешься уже. Нифига ты там, как фильм какой-то, вот, кстати, «Звездный десант», там тоже эти были, жуки с таким, у него такой, такая хреновина, такая, поднималась, вот этот клюв. Да. Похоже что-то, думаю, что-то напоминает мне такая хреновина. Вот. Ну что, давай дальше уже по прицепам гони. Так, глушка, а, да. Стоит. Прицеп Т-40, пробуй. Вот. Что-то как-то я побаиваюсь его. О, что-то он прям с подвисанием касается. А он этими файлами. То есть нормально. Оригиналом, да? Да, и колеса тоже. Ну, нормально стоит. Давай дальше, кто там есть следующий. Ой, скрипит тормоза. А, да, кстати, тут скрип колеса. Нормально, тоже вообще отличненько, бочка с говном такая. Ну, правда, туда заливать будем соляру. Не, она для битума, наверное. Ну. Ой, не тот. А ремонтный, все, брызговички шевулькаются, синхрон есть, все нормально. Да, меня так радует, когда эти круглые, такие типа как лесопедные, их же тоже на тракторах делали. Так, они практически есть, но... Ну да, это, наверное, не на велики с тракторов попали. Ну, это тоже нормально. Так, следующий кто там? Ты прям подряд их шлепай. Ага, тоже нормально. Вот эти прицепы, я думаю, что это возможно. Ну что-то может быть там с мостами с задним, что-то он там елозит, кстати. Наподобие, вот помнишь, как мы недавно катались, КамАЗов, что ли? Может, это вообще проблема по игре идет какая-то шляпная. С этими мостами. Вот, тоже нормуль. Мы же неофициальные производители модов. Да. Как бы поэтому что тут. Тоже хорошо. Это что? Вот, с бортами. Переткни ее. Что-то она как-то... Да, он тоже гуляет там, все в загуле. Не, да. А это ты высоко стоишь, потому да, что... Да, точно. Сейчас я передвинусь. Тебе ровно надо встать, у тебя морда выше, наверное. О, рычажки у тебя даже видно, как шевольки, слушай. Да ладно, круто. Лампадульки, ну, что-то... Короче, я сейчас... А, лампадульки его. Все горят у тебя, слушай. Ой, не хочет ехать. Так ты колеса засадил, наверное, опять. Ну да. Как ты их ставишь? Ну... Это который последняя? ПТС-4А. Да. Вот я вставил, видишь, все нормально мне ставлю. Ты стоишь жопой ниже просто. Вот. Все, надо по-нормульному ставить, и все будет best of the best. Как говорится. Ну что, поедем, да? Ага. По высокому я беру. Значок ставлю так, обязательно. А этот, что, может, гараж какой-нибудь по пути откроем? Можно гараж открыть. Давай гараж откроем. А может, давай лучше возьмем сразу через речку поедем, которая возле лесоповала, тот самый дальний гараж. Ну, по сути, левый. Другие-то не нужны. Да. Левый давай возьмем, левый давай. Давай. Вот, тут есть гараж, как он называется. Да, вот он, прицеп гараж. Прям 2 очка. 1000 ремонта, кстати. 600 литров. Короче, все везет. А главное, гараж. Да, о, красота. А, и на заправку надо заехать. Он же нормально, я думаю, кушает это топливо. Ну да, я канистрочку взял. Да, канистрочку тоже еще на крайняк взял. А заправка, а не, заправка-то будет по пути. Ну ставь тогда вот поеду. Я думал, ты со значком, чтобы этот светилось там все у нас. А, да. Пускай так будет, чтобы тоже видно было. Я завожусь. Даже давайте, наверное, ребята, не знаю. Алло, тебя не слышно? А, во, видишь, я завелся, и все, и пипец на холоде. Сейчас сделаю потише, ребят. И сейчас нарму, сейчас все сломаю. Что там сказал на холодец? Пипец на холодец, говорю. Ага. Чё-то слышно, нет? Да. Алло. Да, я тут слышу. Так, ну чё, Илья, давай возьму желтый. Перепрыгну на желтый, пересяду. Поеду на желтом. А, давай, точно, может, 2 раза взяли. Лампадульки у тебя светятся, все там, даже вот эти, которые. Свет вот автоматически будет включаться ночью. Будет гореть, кстати. Вот. Так, я что беру? Я беру кабину. Я беру. Защиту не беру.
Противовес беру. Это не беру. Счетчики. А не пробовал этот бульдозер, как стрижет деревья? Может, нам напрямую поехать? А и сейчас мы разломаем его, расхлещем. Как хули и все. И что будем делать потом? Знак. Знак. Знак беру. Канистру беру. Так, гараж беру. А отъехать надо. Да заводится, как долго, ёкарный бабай. Слушай, интересно, а что если поставить ПКУшку? И чё? Вот. И попробовать ею грести этот самый, ну, цепляться вот за землю, знаешь, как в России на тракторах ездят. А ты не цепляйся. Нет, в плане вот так вот, как бы, как толкаться ею, как будто. Ну, будешь урон получать, чёрт. Толкаться, думаешь? А ты пробовал? Я, знаешь, за эти сутки, наверное, все это перепробовал, что мог. Вот. Ну что, погнали? Погнали. Ты все взял там, что надо? Да. Лопату можно было взять. А, лопата, лопата без кривого. Ну ладно, поехали, я так поеду. Короче, все. На старт, внимание, марш. Ребята, 7 передач будет. Значит, все прицепы работают вроде адекватно. Да? Думаю, еще покатаем, посмотрим. Вон автомат я чешу. Мама, не горюй, 7-я передача. Оторви и выкинь. Она на повышайке, он еще должен будет ехать километров на 2 побыстрее, по-моему, там. Оо, блин, я сейчас застряну. Да. Ты че? Да, 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 дергается прицепчик. Жо, его задняя ось, да? Да, да, да. Да это я говорю, это, наверное, что-то в игре там все-таки. Люди все никак не могут там домастерить ее, я так понимаю. Ой. Ой-ой-ой. А, кстати, вот этот Спинтайрес плюс ты ставил, который у меня вот с архива взял? Нет. Нет? А у тебя камера отдаляется? Да. Ну а. я брал, получается, помнишь, когда еще первые гусли вышли? Вот я оттуда брал спинтарис и просто потом добавлял себе камеру и лебедку туда, в этот спинтарис. Я тоже что-то там добавлял. Ну вот, короче, ребята... А, и вот урон на скорости я добавлял, чтоб не было его. Вот этот спинтарис, короче, ребята, кто будет ставить там, то есть здесь камера уже отдаляется, не та, которая была там в изначальном архиве. Что Рома там потерялся. Я тут. Слушай, так какой он в горку там. Как фуры, когда вот на горке стартуют с места, они вот так дергаются, и вот он точно так же. По грязи вваливает вообще, мама, не горюй. Короче, сейчас мы, ребята, откроем гараж прицепиками. Что, Рома, ты вообще как-то медленно едешь? Как-то несерьезно ты к делу относишься. Не спешишь, не торопишься. А что-то он не хочет, я просто повышайку врубил. О, без повышайки лучше. Ты, может, понижайку врубил, а не повышайку? Не, повышайку я врубил. Ну, что ты. Если я врублю повышайку, ты меня вообще не догонишь. Ждать приходится, Рома. Не, я тут, я ж тебя вижу. Сильно не отстану, я думаю. Так, я стою, курю бамбук. А, блин, дверь надо открыть мне. Пока перекур водил, хопа, дверь открыл. Так я поэтому кабину не ставил, когда через речку будем ехать, если вдруг будут тонуть, выпрыгну. Хоть. Я открыл дверь, все нормально. Все, я погнал. Ну вот на этом вот прям шикарно отрегулировано управление, прям... То есть едешь и не паришься. Вау. Вручную не будем грузиться, ребята, по-ручному там в группе, ой, найдете на канале видео. Вау. Москва, Воронеж, хрен догонишь. Что-то
Подострянул я тут маленько-то. Оу! Нифига он тут закладывает виражи. Да, ребята, будет вариант с водилой и без водилы. Вот мы сейчас катаемся на варианте с водилой. То есть камера тут будет вот такая. Дай-ка я скрин колбасну. То есть, ребят, присутствует уже синхронизация света на моде. То есть все. Best of the best. Рома, ты где? Что-то прийти. Я сзади. Тут я. Как бы по параметрам и по аддонам, ребята, они адекватные, одинаковые, только по цвету разные. Так, кофеечку. А, так. Вон издалека вижу, чуть-чуть подпрыгивает гусеница. Давай, поплыли. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Скрин, конечно же. Все, я переехал тут. Ну я почти. Так, тут ну ой, как вот. Я даже урона не хапнул. А у меня, кстати, тоже ноль еще. Не такие они маленькие, скажем так. Так, вот тут нам надо главное не утонуть. Тут где-то есть яма, я не знаю только где. Ой-ой-ой-ой-ой. Она поправее, по-моему. Все, у меня уже все. Я уже вынырнул нормально. Ух ты, я с крыши ушел. Ну у меня тоже значок один торчал. Давай сломаем так. Тут асфальт. Давай о, сломаем тут асфальт. Я только до себя не получил водолаз. А, я вчера получил водолаза. Сначала думаю, драйвер, а потом смотрю, дайвер какой-то. Да-да-да. Дивер. Да-да-да, а я гляжу уже, ночью уже сижу, глаза слипаются, уже ехать не могу. Я там с этим трактором вожусь, тоже нырял там на побережье. Бабам, бумс, табличка, драйвер. Думаю, какого хрена? Думаю, вообще что перетого переглючило. Потом начинаю догонять, что водолаза влепили. Так, я тут. Канистрочку-то я не зря взял. Ну намного веселее, чем вот как автор его выложил, конечно, тут сейчас всяких вот этих прибамбулек, синхронизация, прицепы на выбор различные, то есть, как бы, да? Угу. То есть, лично я рад, как бы. Насчет кривого, ребята, не задавайте глупые вопросы, читайте в интернете. Дизель заводили кривым, так что... Ну, Рома мчится. Я на повышайке. О, гусли прям аж прыгают, так прям видно. В нете. Да, 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 вон тебя тоже видно. И в мультике такие скачут. Он играет в мультиплеере, но косипор все равно есть, видите. Ого, нифига их там у тебя. У меня нормально, а у тебя с виду там смотришь, да. Вообще их там раздувает, как шары. Обалдеть. Ну ладно, как бы, бог с ним-то. Так, пора тебя догонять. Повышайка, на повышайке едет быстрее. Все, сейчас я сразу. Кстати, видите. На повышайке он и стартует легко. Если да, включим. Да, он спокойно трогается с этого самого, с повышайки, как бы, да, идет на спокойненько. Где-то тут поворот уже, да, налево. А, Рома, чуть тебе не вставил. Так, ой, да следующий поворот. Следующий. Стоп. Я карту смотрел. Выкинула тебя, нет? Нет. Как следующий-то? Мы приехали. Ты гараж-то будешь разгружать, нет? Ой-ё, что-то я попутал. Ты уж за дровами, что ли, попёр? Блин, у меня сейчас, зараза, Steam, что-то обновление какое-то, что ли, влупило. Свернула игру. Что, Рома, ты опять где-то не того. А что-то он мне не хочет ехать, не пойму чего. Надо было ставить Speed Tires Plus от этого трактора, ядрен батон.
Не-не, он у меня что-то уперся, а что я не пойму. Назад есть, если уперся. Лебедка есть, ёшкин кот. У тебя по жизни проблемы какие-то. Ты то там застарел, то тут на ровном месте уперся, я не знаю. Тебе, по-моему, надо идти в автошколу. Тракторную школу. Ну и в тракторную тоже. Да ладно, добрался наконец-то. Разгружайся. Все. Гараж есть, ставим. Давай 4-очковые телеги, может. Так, это которые? А, с бортами высокими? Нет, там есть с короткими бортами, вот которая перед ней там вот через одну. Надо будет прописать на них этот самый количество очков, наверное, да? На прицепы. Какие, сколько грузят, то есть. Вот, и посмотреть. Что ты возьмешь уже дело к ночи, этот значок на крышу. Чтоб синхрон там светился весь там красиво. Защиту скидывай, он защиты не ставится. А вот он. Есть. Фу, жарко. Ну, открыли. Видно? Да, дверь-то открыл, все нормально. Чувака только нету. И, блин, не то нажал. Как чувака нет? Ушел покурить, наверное. Ладно, подождем. Так, какой-то клавишей. Возьму я покушу с собой. Так, для красоты. А я тогда бульдозер возьму. Так, кривой снимаем. То есть, ребята, видео будет, там ПКУшка тоже грузит, загружает. Дефолт я грузил. Посмотрите видео на канале. Предыдущее. Там прямая трансляция, тест что-то там как-то, да? Тест. Не помню даже, как и записывал. Грузиться будем автоматом, не будем грузиться, потому что как бы тут времени. Роме уже скоро идти. То есть, чтоб нам мало ли не залипнуть. Добить карту. Но тоже прицеп этот прыгает. Да, они все прыгают. Я так понимаю, что это, наверное, шляпа самой игры. Какие моды не ставь, хоть приватные, хоть какие. Надо на дефолте, кстати. Вот я просто на дефолтах-то уже 100 лет не катался. О, Рома с лопатой попёр. Ну чё, там шеволькается прицеп? Мозг. Да, там ходуном ходит вообще там непонятно. Я тебе говорю, что мы, по-моему, на чём-то на КамАЗах ездим. Да, такая же жопа была. Как будешь вылазить? Туда вперед? Да, я вперед проеду. Через горку, да? Ну давай попробуем. Сейчас как раз почищу. Ну все, ребята, загружается, все скидывается, то есть можно загрузиться, также скинуть, опять загрузиться, то есть все. Можете проверить, Рома, может там попробовать загрузить, скинуть. Вон упали твои бревна. Также можно и ПКУшкой, манипулятором, да, загрузиться спокойно. То есть видео есть, все должны понимать, что все это будет работать. Вот тут квакушки квакают. О, видно, твой синхрон заработал, загорелся. Ух ты, там не упал, не перевернулся. Ух ты, ё. Нет. Но прицеп. Чуть не накрыл тебя, да, я так понял. Да. Медным тазом.
Прицеп чуть медным тазом не накрыл. Сейчас я тут полезу. Полезу. Что-то я уже куда-то залез. Я уже ПКУшкой в дерево воткнулся, ё-моё. Это застрял, я кажется, слышу. Да ладно. Прикинь, не застрял. Обалдеть. А, тут пиндос какой-то лежит, правильно. Окей, ну я рядышком проехал вроде аккуратно. Я не стал уже отвал опускать. Палка там лежит, это какая-то сосна или что там. Ее не раз... Ее не раздавить. Да ща ее поборю, я думаю. Ударь ее по КУшке. Даже они, видишь, приколочены же, ё-моё. Может, пиндос получится разломать. Да все равно вот меня затаскивает на нее, мать её. Идти. А я что, вообще как по маслу проехал? Ну, то есть без него. Ты читер просто. Кстати, ребята, вот не знаю, было, не было, обратите сегодня внимание, что появились ромашки. Да блин, меня эта палка уже достала, ядрен батон. Вот и я, по сути, точно так же в камешек уперелся, он там возле гаража, и он ни туда, ни сюда не хочет. Он взад не едет, у этот на перекос прицеп встает. Да-да-да, вот вперед из-за этого камушка не хочет. Могу. Будем по-другому ехать. Все, прощемился. Блин, это долбаная палка. Слушай. Диф включи. Включи диф и попрямь. Да я уже и с дифом уже как будто корячился и что-то. Прицеп зацепился. Прицеп зацепился, да-да-да. Во-во-во, сорвал. Во, и второй. О, сейчас спокойно. Все нормально. Аккуратно смотри. Вау! Нормуль. Не перевернулся? Да не, прицеп на дышле, блин, поднял. О, вон значок горит, вижу. Так и фары должны гореть, по идее-то. Ну да, ну и фары само собой. Все там давно функционировать адекватно. Так, я текаю. Все, блин, какие-то дороги-то выбрали, где камни одни, какие-то елки, камни, палки, что за болт, как говорится, да? Угу. Так, и чё мы ломанем-то, по асфальту или как? Или где? Так, а какую сначала, дальнюю или ближнюю? Да давай, наверное, на этом берегу растопырим ее сейчас, поехали. А, тогда направо по асфальту. Или налево? А, налево. Ну, давай налево, направо не ближе было бы. Не, направо по кругу ехать. По-моему, тут в обе стороны по кругу. Не-не. Дай-ка, Ром, подожди, я рядышком с тобой поеду. Заскринюсь. Блин, как-то надо. Еду. У тебя лопата высоко, фар плохо видно. А, давай пущу. У меня тоже еще ПКУшка поднята. О, красава, да? Слушай, может мне и ПКУшку опустить? Как она тут шестеркой? Ты вообще поднялся на лопату, что ли? Да. Вообще нормуль. Так, ладно, что тут где? ПКУшку обратно. Все, можешь поднимать, поехали. А ну, а сейчас я попробую асфальт соскрести. Снять кожу, хочешь сказать?